Эта служба всегда стоит на страже нашего здоровья. Они отвечают за качество продуктов и воды, выявляют новые вирусы и штаммы. Благодаря их масштабной работе мы давно не слышали о вспышках полиомиелита, краснухи и других заболеваниях. Сегодня эпидемиологи отмечают 95 лет со дня образования службы. Большой объем и нацеленность наша на проведение исследований пищевой продукции и пищевого сырья. Эта лаборатория оснащена самым современным оборудованием. В год проводят более 25 тысяч исследований. Проверяют овощи на нитраты. В этом году исследовано более 180 проб местных производителей. Всего в двух пробах выявлено превышение солей азотной кислоты. Проверенная продукция поступает в школы и садики. И в детских садах, и в школе обращаем особое внимание. И тем более с вашей помощью мы здесь работаем еще лучше на общий результат. Только добровольно проверять свою продукцию производители не спешат, отмечает руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. Все исследования проходят в рамках надзора, а в этой лаборатории исследуют вирусы гриппа. Штаммы поступают из лечебных учреждений. Наша лаборатория единственная, которая, еще раз говорю, проводит исследования гриппа, высокопатогенного гриппа А, грипп Б. Вот в этом году уже 2000 людей исследовано. Мы обнаружили 200, вирусов гриппа у больных людей. И причем мы проводим эпидмониторинг не только на территории Чувашской республики, но участвуем в международном мониторинге. Так, положительные пробы на вирусы гриппа А и Б были детально изучены. И образцы штаммов вируса гриппа Б были отправлены во Всемирный КРИК-центр. Их будут использовать в международном мониторинге. Штамм вируса гриппа назвали Б-Чебоксары-2017. После осмотра лабораторий санэпидемслужбы состоялась торжественная часть. Самые теплые слова благодарности за самоотверженный труд, высокий профессионализм и любовь к делу получили лучшие эпидемиологи республики. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Республика.